потрясающе. Я люблю ездить на самокате, и мне нравится, что техника дошла до такого, до таких возможностей. А безопасность, вы об этом думаете? Ну да, меня еще никто не сбивал, я не видела, чтобы кого-то кто-то сбивал, поэтому мне кажется, все безопасно довольно-таки. Некоторые люди настолько быстро ездят на самокатах, и вот не есть дрифтеры, вот самые неприятные люди на самокатах, они катаются и могут сбить случайно, вот что меня бесит. Почти на меня наехали, однако я успела отойти, да. А кто был за рулем самоката, помните? По-моему, молодой человек какой-то. Идешь мимо тебя, ты чуть немножко в сторону, и что, просто разобьешься и все. Поэтому я считаю, надо ограничивать, ввести какие-то правила. А какие конкретно? Ну вот вы как пешеход, как бы вы ограничили самокатчиков? Наверное, может быть, чтобы они не по этим дорожкам, какие-то дорожки для них сделать. Уменьшить скорость, ограничение скорости. Ну и ограничение возраста, потому что даже вчера при мне вот авария произошла, где маленькие дети на ребенка наехали на машине. А он был на самокате, вот этом электро. Какой возраст оптимальный для того, чтобы встать на самокат, на электросамокат? Ну, не знаю, 18, наверное, даже больше я бы поставила.